Здравствуйте! Сегодня 26 февраля 2022 года, 16 часов 20 минут. В моем селе под лесом вражеские войска, которые вчера со стороны Чернигова ехали как бы назад через мое село в сторону райцентра Городня. И я думал, что дальше они поедут на пограничный переход Синьковка, а сегодня они ездят вот тут под лесом и военными машинами, и танками, и бронетранспортерами. Лагерем тут стали. Есть под лесом два больших участка земли, которые плохого качества земля, которая не обрабатывается. И они там остановились. Так, я заканчиваю запись, потому что там шевеление какое-то началось. Сегодня постреливали из бронетранспортеров, из автоматов. Я боюсь, как бы эти падлы меня не заметили. Я далеко стою. У меня телеобъектив сейчас, если перевести на формат 35 мм, это будет больше 1 метра фокусное расстояние. Вот. Но меня вполне могут увидеть. Не хочу, чтобы меня тут расстреляли. Вот. Я думаю, что моя жизнь еще пригодится для того, чтобы бороться с этими врагами. Так погибнуть по глупости какого-то дурака российского не хочется. Так что вот эти оккупанты, они тут окопались под селом, под лесом. Сейчас я покажу тут лес. Вот, и они тут, есть мусорная свалка. Так, сейчас я ее поймаю. Вон мусорная свалка под лесом сельская. Они там за ней лагерем небольшим стали. А дальше там, значит, под лесом тоже в селе еще один большой лагерь, куда вот эта вся вчерашняя колонна огромная, которая ехала со стороны Чернигова, через Репки, через мое село, они вот туда вот заехали. Вон танк стоит под березой. И российские оккупанты тут по селу ездят. Сволочи такие. Сидели бы дома и сами бы свою жизнь подвергали опасности. И горе не приносили бы украинцам. Сбивается фокус, перехватывает фотоаппарат. Ближайшие деревья, растения. У меня тут сад. И на деревья моего молодого сада фокус перебивается. Так что вот так вот тут село оккупировано. Население сидит по домам. Жизнь приостановилась. Школьники в школу не ходят. А тут эти бандиты чувствуют свою безнаказанность. Сегодня днем пролетел над моим домом российский военный самолет, который с территории России летел в сторону Чернигова. Низко летел, у меня все окна в доме задребезжали. Я пока вышел, он уже пролетел. Я после этого видео снял, которое на моем канале выложено. Держитесь, сопротивляйтесь этим врагам. Слава героям Украины, слава защитникам Украины, слава Украине. И мы выстоим, мы победим в этой борьбе с этими российскими фашистами, оккупантами и захватчиками. До свидания, всего вам хорошего, до следующего видео.